Regbi 7 bo'yicha ayollar jamoalari so'nggi 2 olimpiadada ishtirok etib, medallar uchun bahslarda maydonga tushdi. O'smir atletlar navbatdagi sikl uchun saralash uchrashuvlarini boshlash arafasida. Yoshlar esa ularga munosib izdosh bo'lish ilinjida harakat qilyapti. Toshkent shahri mezbonlik qilayotgan 18 yoshgacha bo'lgan o'smir qizlardan iborat terma jamoalar o'rtasidagi Osiyo chempionati ishtirokchilari ham hozirdan olimpiadani ko'zlab maydonga tushmoqda. Buning uchun esa har bir terma jamoa mazkur musobaqa oldidan yetarli tayyorgarlik ko'rib kelgan. Меня зовут Куанчбекова Сизем, я приехала из Кыргызстана. Мы только что сыграли первую игру против Арабских Эмиратов. Игра была в целом хорошая, но видно было то, что они еще сильнее нас. Мы уже тренируемся больше года. Потихоньку в стране у нас развивается этот вид спорта. Он только начал развиваться, турниры начали проводиться. Вот у нас первая поездка сейчас в Узбекистан. Нам очень понравилось здесь. Все дружные, хороший народ. Дальше мы будем играть с Индией, получается. Покажем бой. Будет хорошая, интересная игра. Получается, Казахстан на опыта больше. Да, они более опытнее, но Узбекистан тоже не отстает, тоже хорошая команда. Девочки у них очень хорошие. Osiyo chempionatini O'zbekiston va Qozog'iston o'smirlar terma jamoasi a'zolari boshlab berdi. Bunda qo'shni mamlakat vakillari 26-0 hisobida g'alaba qozondi. Жолдасбаев Акжарканай. Первая игра была с узбечками, очень хорошая команда, с ним было хорошее соперничество. Понервничали на первом тайме, смогли занести только один занос. На втором уже раскачались, игра пошла хорошо. На самом деле все команды очень хороши, очень наигранные соперники, достойные. Полагаем, сейчас по проходящей сейчас игре арабки, у них очень хорошая наигранность. Полагаем, основными соперниками будут арабки, узбечки и Индия. Молодым составом мы еще выезжали в Таиланд на международные соревнования, также мы играли казахстанские чемпионаты, нашей младшей командой, свои чемпионаты по нашему младшему году и со старшими вместе. Hamyurtlarimiz Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi kechgan ikkinchi uchrashuvni o'z foydalariga hal etishga erishdi. Hujumlar va uning ortidan erkin zarbalar orqali regbichilarimiz 7-5 hisobida g'alaba qozondi. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari va Qirg'iziston terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda 55-0 hisobi qayd etildi. Qozog'iston va Hindiston 12-10. Osiyo chempionati 19-sentyabr kuni yakuniga yetadi.